Итак, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка, я ее уже разрезал, и потом оказалось, что камера не снимает, заполненная карта памяти была, поэтому решил переснять. Это у нас первая посылка, которую я заказывал из магазина Кафаго, была акция, и я заказал еще один Mi Band 2. Вот мой Mi Band, который я заказывал на GearBest, с ним все отлично, уже работает несколько месяцев, никаких проблем. Я решил заказать на магазине Кафаго. И вот так вот это выглядит, абсолютно идентичная коробка, оригинальная, белая, не желтая, то есть оригинальная, это точно уже запаяно, все, как и было в магазине в GearBest. Вот, к примеру, GearBest-овская коробка, которую я покупал, они абсолютно идентичны, даже если присмотреться, давайте я уберу пленку и посмотрим, все ли там в порядке. Вот, абсолютно надписи все похожи, все одинаковые, то есть Redo товар 2017 Winner. То есть абсолютно одинаковые, я покупал, не дождался акции на GearBest, чтобы купить еще один Mi Band, и поэтому пришлось покупать в магазине Кафаго. Случайно я наткнулся на него, была акция, и все-таки решил заказать у них, попробовать. Первый раз, но я почитал о магазине довольно-таки неплохие отзывы, поэтому принял решение заказать у них. Все то же самое, как и в моем случае с магазина GearBest, ремешок. Далее идет инструкция. Все на китайском. И зарядка. Все, комплектация точно такая. Зарядка оригинальная. И сама капсула. Аккуратно выму. И нужно ее, наверное, зарядить, разряженная. У меня один только Mi Band 2 пришел полностью с разряженной и полностью заряженный из магазина GearBest. Первый, который я покупал, есть у меня в обзорах. И второй пришел с GearBest, а второй я заказывал тоже, он пришел разряженный полностью. И этот вот тоже полностью разряженный. Сейчас я его заряжу, и мы посмотрим, работает ли он. Немного подзарядил Mi Band, все отлично работает. Давайте посмотрим шаги, сердце. Давайте, может, сразу даже замеряем. Так. Ладно, давайте для сравнения проверим. было, тут 78. Немного они светлее, то есть у меня такой более синий цвет, а здесь более такой беленький, вот, ярче. У меня у жены вот такой вот тоже более беленький, яркий цвет, ну то есть белый, а у меня синий, такой синевой отдает. Вот, ну в принципе все отлично работает, комплектация оригинальная, оригинальный Mi Band 2, магазину Кафаго зачет. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, дальше будет еще очень много интересного.